Привет, ребята! С вами Зверько и анонс последнего героя этого года, добавленного на тестовый сервер. Буду пока называть ее на манер одноименного фильма «Ангела». Итак, это герой-саппорт с очень специфичными навыками. Свое отношение пока говорить не буду, поскольку герой, ну, очень сырой. Пассив. Каждый раз, когда Ангела активирует навык, она получает на 4 секунды ускорение к бегу на 10%, стакается до 30%. Этот эффект ускорения передается ближайшему союзнику, должен сказать, очень ближайшему. Под ультой эффект ускорения союзника работает тоже. Первый навык. Ангела на расстоянии выстрела выпускает волну, которая лечит ее и союзников. А противнику каждая метка увеличивает уязвимость к урону на 10%. Скорость бега режет на 15%, действует 4 секунды и стакается до 5 раз. Урон наносит небольшой, а лечение союзникам несерьезное. У каста есть еще и довольно продолжительная анимация. Самое нелепое, когда полудохлый союзник мансует из стороны в сторону, а ты не попадаешь для его отхила. Второй навык. Ангела опутывает противника ниткой, нанося урон, и если находится сама неподалеку 3 секунды, то цель получает оглушение на 2 секунды и повторный урон. Урон увеличивается от каждой метки на 20%. Навык полезный, сильный, но действует чуть дальше, чем выстрел с руки, подставляя Ангелу. Любой маг или АДК раскошмаривает ее, поскольку эскейпа-то у нее нет. Ульта. Ангела применяет что-то похожее на навык прибытия только к союзному герою. Герой получает щит на 3 секунды, и вы можете применить навыки, как бы сидя на голове героя. Если вы нажмете навык еще раз, или истечет время, или его убьют, вас телепортируют к телу, как подарок противнику, лишний фраг. Надеюсь, этот навык будет изменен к релизу. А на этом все. Вас всех с наступающим, ждите видео в новом году.